Пока ходил в магазин, угнали машину. Такой звонок поступил от Северодвинца в дежурную часть. В городе ввели план-перехват. Угонщик умело петлял по улицам и уходил от погони. Кто оказался в роли злостного нарушителя, в репортаже Елены Киевой. Здравствуйте. Вот машину угнали у меня от Никольского посада. Да вот буквально 20 минут отлучился, прихожу, нет машины уже. Подобные звонки раздаются в дежурной части нередко, однако в этом случае тревога ложная, идут учения. В роли подсадных уток журналисты нашей редакции. Инспекторы ГИБДД проверили, насколько оперативно и дружно сработают патрульно-постовые наряды. Первая мысль – смыться из города, если тебе нужна эта машина, если ты взял ее не просто покататься, а уехать куда-то либо в сторону Архангельска, либо в сторону Онеги. Но я так понял, что по плану перехват все эти пути сразу отрезаются. То есть тебя зажимают только... уже по городу. Поехали. Уже 100, во Волоколамском во дворе. Audi, 7 модель. Сейчас попутно найдут 8 угнанных автомобилей. Но не нашу. Водитель «Опеля» мчится по центру города уже полчаса, а его до сих пор не поймали. Полицейские действовали согласно плану, однако условные угонщики петляли по улицам и избежали задержания. В этот раз они смогли бы выехать за город, один из выездов оказался открытым. В итоге на задержание псевдозлоумышленников ушло целых 40 минут. В принципе, долго, да. Ну, просто мы катались внутри города, не пытались вырваться наружу. Так бы... В принципе, сразу бы, наверное, нас задержали, если бы мы попытались куда-то выехать за территорию города Севердинска. Ну, езда, в принципе, выдалась спокойной, то есть никакой такой яркой погони не получилось, как мы надеялись. В принципе, ездишь по правилам, то есть, ну, такой, ну, волнительно, конечно же, да, когда за тобой едет экипаж ГИБДД, ДПС с мигалками. Полученные навыки сотрудники применяют на реальных случаях. Очень часто нарушители рискуют своими и чужими жизнями, чтобы уйти от наказания. Мы заняли место дислокации и обнаружили, увидели эту машину, проследовали по морскому, немножко потеряли из вида, обследовали территорию и обнаружили еще раз и задержали. Такие учения у полиции проводятся ежемесячно. О результатах этого проверяющие доложат вышестоящему руководству. Все недоработки будут устранены. Елена Киева, Сергей Курбан, Александр Осенков, Вестник Северодвинска.